О, привет! О, привет! О, привет! О! Здорово, 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 здорово! Это же посранцы Эдуарда Принцяна наконец-то меня превратил из... Ну, короче, если ты не видел предыдущую серию, лучше посмотри. Эдуарда Принцяна меня наконец-то превратил в человека, поэтому я сейчас могу вернуться к себе домой. Господи, я здесь примерно месяц не был. Можно сказать, это второй сезон грабителя в Майнкрафте, потому что я уже просто соскучился по этой деревне. Стёпа! Стёпа! Мой преданный верный друг Степан, мой самый красивый дом на этой планете. В смысле? Да, да, меня месяц не было, его уже, что с ним сделать? Ты меня дождался. Хатику тоже ждал. Не дождался. А ты лучше, чем Хатику. Ты ждал и дождался. Не выдумывай, перчик! Не... Всё... В жизни бывает много всякого дерьма. Или ты загибаешься, перчик, и сводишь себя сам в могилу, или берешь свои яйца в руки, и топчешь это дерьмо как можно глубже и идешь дальше по жизни. Мы с тобой, перчик, выберем второй вариант. Тебя здесь, походу, даже не кормили все это время. Пошли, перчик, пошли. Что здесь вообще произошло? Меня не было месяц. Меня месяц не было. И этот Эдуарда Перетяна меня еще больше не мог превращать. Он месяц, понимаешь? Он месяц собирал ингредиенты и только через месяц смог меня превратить. Конечно, я даже забыл закрыть этот дом на замок. Смотри, что за этот месяц произошло с этим домом. Его полностью разграбили. Холодильник, стиралку, микроволновку. Они даже ножики вынесли. Они вот именно плиту вынесли. Не хотя бы что-то здесь оставили. Ну хотя бы тебя, перчик, оставили, стол оставили. Костер-то нужно потушить, пока здесь вообще к чертовой бабушке все не сгорело. Здесь вообще ничего нет. Один стул в доме оставили, один стул, все разрисовали этим граффити своим. А в подвале есть что-то, перчик? Темная жопа, вот что в подвале. Ты что думаешь, что я с тобой сейчас бабраться буду, да? Если ты думаешь, что я жалел крест в предыдущий раз! Иди сюда! Иди сюда! Воры! Ты где здесь свет включается? Ничего не вижу. Где свет включается? Опа! Все разграбили, перчик. Лифчик зачем-то оставили. Все разграбили, что только можно было. Подожди, здесь я сейчас подожгу. Немножко виднее будет. Воришкины просто. Просто воришкины вокруг. Хотела я сегодня прийти, хотела я сегодня начать второй сезон грабитель, но как-то даже руки опускаются. Я не знаю, перчик. Может, я не тем, чем нужно занимаюсь? Может, мне не нужно никакой второй сезон грабителя записывать? Перчик, как думаешь? Вот я не знаю. Зато ты знаешь.
И только ты сейчас можешь решить. Я могу. Я. Ты знаешь то, что я стараюсь быть сильным человеком. Ты знаешь то, что я могу взять себя в руки. Просто иногда мне нужна хотя бы какая-то банально минимальная поддержка. Я никогда не прошу лайки, Перчик. Вот реально практически никогда. Но это тот самый случай, когда я должен попросить тебя лайк. Если ты его поставишь, я увижу вашу поддержку и надеюсь то, что мы справимся вот с этим всем дерьмом. Потому что, ну что они оставили? Вентилятором не оставили, водичку оставили, рычаги оставили. Офигеть, блоки оставили и все, больше ничего. Ну хотя бы лампочки не выкрутили, и то хорошо. Пошли, Перчик. Все забрали, все своровали. А здесь в сейфе под... А, ну здесь вообще ничего нет. Здесь полная жопа из этой паутины. Ты понимаешь, они даже двери вынесли! И сломали звонок. Опа! Опа! Америка, Европа, Азия, Китай, все, что в жопе, вынимай. Я про свою жизнь сейчас говорю, Перчик. Подожди, нифига себе, я сейчас только что рыбчанский зачитал. Осла-то они не смогли вытащить из этой ямы, но осел уже всю жизнь охраняет вот эту яму, поэтому давай, продолжай, продолжай охранять осел так же, как охранял, продолжай охранять дальше. Я бы тебя накормил, но у меня в кармане только iPhone и 16 золотых монет. Самому-то жрать нужно. Пошли, Перчик, посмотрим, что в нашей комнате там осталось. Потому что на первом этаже вообще нифига не осталось. Все же я подожгу здесь, потому что темно на улице. Пойдем, Перчик. Все разворовали. Ёханый ты попали! Перчик, какой не сломай себе лапы! Да твою ж то бабушку! Иди сюда, Перчик! Они даже лестницу... Да давай забирайся, забирайся наверх, Перчик! Они даже лестницу сломали! Что они еще вынесли? Ну хотя бы туалет оставили. Самое главное место во всем доме. Унитаз. Все прогнило, все дырявое. Весь пол моль съела. Паутины-то сколько, с ума может сойти. Комната моя. Опа, Перчик! Вот, ты говоришь, не кормят тебе. Вот давай, косточка. Косточка-то осталась, я не знаю на самом деле сколько ей уже месяцев, поэтому давай, берись за косточку, грызи ее. Знаешь, куда себе вот этот палец в одно место засунь? Не буду говорить, какое. И прокрути там 10 раз, тот, кто это нарисовал свое граффити. Они даже кровать забрали! Ну, хотя бы стол оставили. Комп. Они комп пусть таратыбзили. Я скоро возвращаюсь к Кате. Я через несколько дней уже буду дома. И что скажет Катя, когда узнает, что с ее домом произошло? Она просто скажет, не уследил! Вот такой я тебе подарок сделала. Я же опозорюсь, Перчик. Я же просто опозорюсь перед своей же девушкой. Я не знаю, что делать. У меня нет просто сейчас таких бабок. У меня нет сейчас средств, чтобы отремонтировать это все. Да тут я не знаю, сколько миллионов рублей на это все уйдет, чтобы я отремонтировал. Везде эти граффити, везде нужно стены красить, везде дырки. Перчик, давай себе реально там не упади, ничего не сломай. Граффити Майнкрафта. Бочки какие-то. Подожди, что здесь за труханы вонючие-то? Такие сушатся, и здесь тоже. Вы чё, скунция бездомная? Вы чё в моем доме забыли? Что один, что другой? Алло! Вы, это мой дом! Слышите, бомжари, вы не офигели там на самом деле? А вы чё здесь делаете-то? Слышь, ржавый, видишь, новый к нам. В смысле, новый к вам? Это мой дом, меня здесь не было. Вы чё с моим домом за месяц сделали? Так это вы всё вынесли, да? И всё, что здесь было, вот эти телевизоры, компьютер, вы всё на бухлишко своё пустили. Куда добро пожаловать? Марс моего дома вы... Ага, тебе трусы нужны? Сейчас вам новые чистые трусы будут нужны. Как громко-то! О, как громко! Вы будете... Я сам не ожидал, то, что так громко будет. Короче, идите сюда, бомжи, что, пересрались? Да, конечно, пересрались. Идите сюда. Вы что, с ума сошли? Вы что с моим домом-то сделали? Вы думаете, у меня у самого проблем не хватает на жопу? А вы реально думаете? Смотри. Да я сейчас вот это место, где ты спишь, себе заберу и сам здесь буду спать. Я реально сейчас бомж, у меня ничего нет. У меня даже дома нет. Вот видишь, насколько я бомж, то что мне бомжи майку дают. Настолько я бомж, то что у меня своей майки нет. Спасибо большое. Спасибо. У меня реально сейчас даже еды нет. Слушайте, вы... Пацаны, я не курю, извините меня, пожалуйста.
Ты посмотри, какие добрые бомжи. Спасибо большое. Не, я не пью. Хотя, да к чертовой бабушке, в честь такого и выпить-то можно. Всю жизнь просрал. Все коту под хвост. Или даже не коту. Это жопа. Кому я еще могу пожаловаться, если не вам? Это жопа. Перчик это всю жизнь просрал. Все просрал. Скоро вернусь к бабе своей. Только не горите ей, пожалуйста, что я ее бабой называю. Это шутка. Она увидит, что с моим домом произошло, и бросит меня, понимаете? Все просрал, я безответственный. Безответственный, понимаете? Не могу даже своим домом уследить. Спасибо большое за майку. Спасибо, как... Слушайте, а вы эту майку случайно не в моем шкафу нашли? А то это мой мерч. Ну вот, видите, ну хотя бы вот, кто ограбил этот дом, хотя бы не старотым взял майку. Перчик, это жоп, ладно. Живите к чертовой бабушке, будем вместе здесь жить, будем вместе выживать. Я пойду на балкон покурю, хоть я не курю, но вот сейчас покурю, перчик пошли. Так, пфу, что ж за дичь-то такая? Стёпа, ты там в лаву не упади, Стёпа, аккуратно. Или ты Стёпа? А кто из вас Стёпа? А вот этот Стёпа, у него седло. Или вот это Стёпа. А, нет, вот это Стёпа, у него седло. А у этого Стёпы тоже седло. Да сколько у вас здесь этих Стёп развелось? Перчик, может прыгнуть нафиг из этого второго этажа? Это жесть какая-то, честно. Я не знаю, что делать. Он дурак, Перчик? Ты мне скажи, ты понимаешь, что мой дом уже Этот грабитель до сих пор себе мозги не вырастил, честное слово.